Так, ну что, друзья, давайте посмотрим встречку у нас такую. Это еще встречка в группе у нас. Владислав Сидоров и Лада Гордеева. Гостя к нам приехала, красавица. С Донецка. Еще додумалась Макеевки, ну. Ну как красиво на бэх надо играет. Так, ну такая, да, конечно, вообще любительница тенниса. Прям вообще вот она молодец. Такими гладкими играет, мощными вращает. Вот такой бэхинг сегодня слева. Стабильный такой, опа. Молодец. Ой, как стабильно направо, молодцы, играет красиво. Еще разминаются, разминаются они. О, молодцы, красиво. Так, да, говорит, ты, вы уже рассмотрели, ну забыл. Значит, что она играет? Она играет, у нее черная, черная доник у нее. Ой, палево, черная палево, а красная доник у нее. Поэтому, да, так слева. По-моему, АК-47 у нее палево. Вот, доником у нас справа вращает, топсит. Палево слева. Так, ну посмотрим, у нас этик. Разминочка уже красивая была. Подача Лада. Подрезки. Ай-яй-яй. Подрезки хорошие у Лады. Вот чуть-чуть, да, чуть-чуть вперед. По подрезке топсила. Чуть-чуть не донесла вперед. Влад слева тоже в сетку. Да, оба они играли у нас на кадетах, на юниорах, на командном чемпионате. Так, Лада, по-моему, представляет команду «Стрела», по-моему. Владислав Сидоров у нас представляет команду «Восток». Ух ты, справа хорошо. Да ты смотри, какая молодец вообще, а. Эх, красиво хотела. Тяжело было это дело. Подрезки мощные. Убил. Подачу подала какую-то. Что-то подала, да? Что-то подала, наверное. Что-то вращение было. Что Влад ошибся. Ну, второй раз. Что-то засовывает подачку. Подрезка какая, видно, кисть, как она кисть, прям молодец. Вот они какие, а. Ух ты. Молодец, красиво играет. Слева вообще подрезка сильная, прям вообще. Видно, как посилка летит и вращается мяч. Ага. Полез, ладно, эту подрезочку и в сеточку. Да, хорошо, все у нас много людей. Такой турнирчик идет, прям нормально вообще. Играем, катаем. Просто субботний турнирчик. КНТ город Горлока. Друзья, подписываемся нам в группу «Настольный теннис Горлока» ВКонтакте. Канал на Ютубе «Настольный теннис Горлока». Поддержим нас. Там Рома идет с Ульяной, начинает играть. Ай-яй-яй-яй-яй, Влад. Убила, убила, просто запечатала, молодец. Слева, слева на бэхом Влад кисью кинул мощно, быстро, неудобно в живот прилетело, не обработало, убивает. Так, первый сет Сидорова перешли. Так, ну посмотрим, сетик 2, такая интересная игра пошла тут, пока не вызывают, посмотрим. Так, на стоечке. Ну, молодец, он лезет все равно, бьет, атакует, выходит на удар. Ну, подрезал как сильно тоже, так запиливал даже. Есть. Хорошо. Ну, ладно, мощно слева, конечно, это кистевый бэхэнд, у него кисть вот провожает. Да, он его просто по подрезке, по всем атакует. Такой, конечно, уже поставленный мощный вот удар у него. Так, 6-2. 6-2. Хорошо, она тоже как вращение провела.
прям залезла на мяч сверху, блин, красиво такое. Да, вращение продала. Финты пошли. Пошли финты. Хорошо. Ой, молодец вообще, а? Красивый розыгрыш какой. Обалденный вообще. Влад. Сопли повесил. Подрезочка, в сеточку. Отпильчик. Убила слева. Ах. Эх. Так, 2-0 еще перешли, молодцы. Красиво. Я пошел играть.